И если нам удастся еще вот этот вот коридор прорезать, где перекрыть со стороны Мелитополя и взорвать Крымский мост, то там оккупанты окажутся в мешке. Им две альтернативы – или сдаваться в плен, или же отправляться к Кобзону, как говорится. Но сегодня даже, по-моему, было заявление ГУР о том, что все готово, мы в любое время можем уничтожить мост, но мы это сделаем тогда, когда нам надо. Мы, в отличие от Путина, не живем символами. Мы, когда это будет целесообразно, то и сделаем. Может быть, Бруслева Мера сделает мне подарок –